Всем привет, ребятки, добро пожаловать, мы продолжаем играть в игрушечку Scary Teacher 3D. Как ты помнишь, остановились мы на том, что проходим специальную главу, и сегодня у нас будет предпоследний уровень, и тут, значит, училка, связанная, походу, в скотче, либо в чем-то таком, короче, чем-то похоже на мумию, ну и, в принципе, погнали проходить, значит, это предпоследний левел, поехали. Так, значит, Мисти начала осваивать скейтбординг, и, в принципе, ты должен ей помешать в этом. Окей, я, кстати, вижу уже это масло какое-то машинное тут у нас в инвентаре предлагается. Окей, сейчас, короче, посмотрим, все изучим. Поехали. Так, окей. Ой, охренеть! Ничего себе! Училка, ты где такие финты освоила? Офигеть! Так, ладно. Так, хорошо. Училка, я уже вижу, прет почему-то на улицу. Так, спокойно, спокойно. Так, я успел. Я успел. Так, хорошо, значит, давай-ка посмотрим, что у нас по инвентарю. Значит, мне написали коммент о том, то, что этот уровень тоже не такой простой, то есть в прошлом уровне я очень долго промучился, но спасибо, что пишете, даете подсказки, в принципе. О, вы, короче, сказали, что нам нужно сделать так, чтобы училка навернулась как-то на скейтборде и попала в какие-то непонятные скотч, что ли, такой по типу этого. Ну и, в принципе, нам предлагают скейтборд за 100 монет, также масло машинное за 100 монет. И также вот тут где-то я видел, подожди, вот скотч вот этот за 100 монет. Но я почему-то не хочу тратить деньги, потому что уж слишком мне их жалко на то, чтобы вот тратить как-то их на такие дела. Я хочу, знаешь, если что, их, ну, для энергии как бы потратить на такие дела, как бы более нужные. А, в принципе, все это дело мы найдем здесь. Окей. Так, здесь скейта нет. Здесь нету ли скейта? Вроде нету скейта. Так, ладно. Давай-ка пойдем там поищем, в принципе, что здесь. Не, здесь скейта нет. Подожди, может... Так, может, что-нибудь да найдем сейчас здесь? Давай-ка обычим здесь, облутаем. Все-таки нужно лутать все. Лутать все здесь в этой игре, потому что разработчик мог... Тихо. Училка наверх поднимается. Ой, сейчас может спалить. Ой, сейчас может нас спалить. Блин, она нас спалила, вот Галь. Да, угомонись, училка, угомонись. Спокойно, спокойно. Так, ладно. Значит, только не говори, что скейта на втором этаже нету. Ну ладно, давай-ка, в принципе, пока она тут гуляет на втором этаже, мы сейчас пойдем-ка, короче, поищем первый этаж и также попробуем, так, вот это взять, вот это лучше вот здесь. И знаешь, где мы установим это? Вот, я даже не знаю, давай вот здесь, вот где-нибудь в этом месте... Чтоб училка, может, как бы, наступила на этот капкан на лестнице. Так, окей. Эй, блин, чё ты приседаешь? Так, давай-ка сейчас быстренько идти. Кстати, если кто заметил, есть такой баг вообще в самой игре. Вот то, что главный герой, либо главная героиня любит приседать здесь. Окей, так, давай-ка искать, может, что-нибудь да найдём. Нифига, верхние полки открываются, да ты чё? Так, о, капкан, спокойно вы... Ты в смысле ты обходишь? Ну что ж такое? Ладно, я думаю, она... Так, спокойно, она вроде как... Давай-ка вот туда нафиг нам эти капканы. Так, давай-ка сейчас... Блин, она все-таки на кухню направляется, ну что ты будешь делать? Так, ладно, давай-ка пока сбегаем в подвал, может там скейтборд находится. Ну, вот, например... Так, опять капкан. Ты что будешь делать-то с этими... Ну как я тут пройду, алё? Они почему-то браться не хотят. А, они хотят, окей. Блин, ну что ж за дебильные-то такие... багнутости. Окей. А, ладно, так, это вот туда нафиг выкидываем. Так, ладно. Окей. О, масло! Масло, нашли масло, но...
Но вот нету здесь этого скейта. Вот это плохо немного, вот это немного реально печально. Так, ладно. Куда же-то она прет? Реально, она ходит на этом первом этаже, она это реально напрягает. Вот что делать, что делать? Мало ли куда-то сейчас пойдет, прям в подвал. Подожди, давай-ка сейчас свалим отсюда. Мало ли сейчас подвал намылится, а мы тут ходим и лутаем все. Так, реально, где скейт? Вот, ну вот лично ты, ты бы где хранил скейт? Вот я, например, скейт у себя в прихожей хранил, потому что я сам скейтбордист с более таким средним стажем, и я свой скейт лично хранил в этом. Окей. Училка что-то смотрит передачу. Лично скейт я хранил в обувной. Там, где обувь снимают и все дела. Окей. Я слежу тщательно за тобой, училка. Так, окей, она вроде как хочет сваливать отсюда. Но уже не хочет сваливать. То есть она ходит. Блин, да ты издеваешься, подожди. Может что-то облутаем, может что-то облутаем. Да ты издеваешься, блин, это пипец. Ладно, так, давай-ка все-таки искать скейт. Возможно, он на втором этаже. Вряд ли он на первом этаже. И, возможно, кстати, он в гараже. Блин, у меня энергия, черт подери, кончается. Она кончается. Смотри, смотри, мы вовремя свалили с кухни. Она прям на кухню прет. Так, ладно. Давай-ка погнали на второй этаж. Лутать здесь. Так, может тут где-нибудь скейт завалялся для нас? Погоди. Может тут у тебя под кроватью завалялся? Ну блин, где реально он может быть? Подожди, может здесь? Может быть такое, что разработчик затыкал его куда-нибудь в такое место? Подожди, спокойно, спокойно. О, да ты что? Это просто победа в сухую, можно так сказать. Все, скейт найден, ребятки. Он находится... в комнате крутых пацанов. Ну, не знаю, как эта комната чисто называется. Может, музыкальная комната, потому что здесь музыкальные инструменты. Ну, короче, комната крутых пацанов. И лично, если бы я сюда не повернулся, я бы его бы не заметил, реально. О, попалась капкан. Вот, не будешь раскидывать здесь капканы. Скейт вроде как здесь нужно установить, да? Либо что? Где скейт? Скейт. Окей. Так, я скейт установил туда. Да стой, 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 стопэ. Пожалуйста, пожалуйста, не надо меня палить, я нашел. Я нашел пленку, ребятки. Я нашел пленку, и смотри, в чем прикол. Смотри, в чем реально прикол. Ее здесь нету. То есть, ее нельзя купить, то есть... Охренеть. Вот это нам повезло. Реально. Реально, вот... Это просто реально повезло. Ну реально, вот, понимаешь, если бы мы не заглянули на кухню, но я вот чувствовал, что нам нужна пленка. То есть, ну скотч это она заметит. Вот именно, знаешь, вот эти приколы с пленками. Так, окей, значит... Подожди, сначала пленку, может быть? А где пленку устанавливать? Либо машинное масло? Так, вот это уже на правду более похоже Бенди и чернильные машинки. А где... Вау, охренеть! Окей, шикарно. Шикарно. Тут нужно устанавливать вот, ну как бы установить вот масло где-то, ну либо скейт, вот короче. Окей. Так. Училка. Блин, вот ты посмотри. И смотри, и ученики троллят. А, вы тупые ученики, я вас поймаю. Она говорит, но нет, тебе все-таки не судьба их споймать. Ой, как классно, реально. Прошли, все, наконец-то мы это сделали. Шикарно. Вот реально, ребятки, я бы без ваших подсказок бы не справился, потому что спасибо, что пишете реально подсказки, так как это невозможно пройти, вот, потому что вот этот уровень без подсказок мы проходили, вот этот сюрприз какой-то хэллоуинский тут с летучими мышками, это реально было сложно, и у меня, наверное, 40 минут ушло на прохождение этого уровня, я, конечно, там пообрезал там некоторые моменты, и... Вот минут 40 мы не знали, как этот уровень пройти. Но тут вы мне написали то, что именно
нужен скотч. Именно скотч по типу пленки прозрачной. И я понял, что нужно искать его на кухне, понимаешь? Именно вот эта пленка прозрачная, даже пранки вот на ютубе есть. И вот эта пленка сработала. То есть, если вот скотч будет, то он не сработает, если вы возьмете скотч. Хотя мы его в других комнатах вообще не видели, как будто в этом уровне скотч отсутствует. И именно вот пленку. Короче, ищите пленку на кухне, также ищите скейт в этом, в комнате крутых пацанов, там, где граффити и музыкальные инструменты, там находится скейт. Ну и также машинное масло мы нашли в подвале. Это нам просто повезло. Так что как-то так, ребятки, вот вся вот эта штука выглядит, и будем в следующей серии проходить финальный левел, и в принципе, пока же на этом все, подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.